Офигеть, можно поиграть за этого чувака. СФ, смотрите, Sally Face написано. Нифига себе, это то самое место? В какое запустение все пришло? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это снова Sally Face. Вот он, наш Sally, вот его Face. Не, ну хотя его Face, в принципе, скрыт маской, но тем не менее. Сейчас мы будем отбирать лом у студентов, который находится вот в этой вот комнате. Комнате номер 301, давайте-ка зайдем. Неплохо. Неплохо, мне уже у них нравится. У них достаточно неплохая музыка играет. Так, чувак, здорово. Си-Джей! Нормально, Си-Джей, прямо как этот. Из GTA San Andreas. Ой, ну да, San Andreas, правильно. Йоу, чё как, Сал? Привет, Си-Джей, чем занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Вот эту оставляй, нормально, качает, хорошо, я люблю такие. Не против, если я взгляну? Да без Б, чувачок. 102,5 выбрать. Не, это послабее. О, о, вот это тоже ничего, да? Нормально, нормально, чувак. Не, это отстой какой-то. Я уж сразу слышу, мне достаточно одной ноты. Я Салли, великий музыкальный критик. Так. Ну, вот знаешь, либо вот это, либо все-таки. Вот, во, вот это вот. Вот это бери, нормально. Самая живая, подвижная, чувак. Как насчет этого? Люблю такое, хороший выбор, парнишка. А чё ты рэп не слушаешь? Ты Си-Джей, мать твою. Можно еще разок послушать тебе песню? А, ну это ясно, это чисто для прикола. Я так понимаю, что автор этой игры, он также параллельно музыкант, он, наверное, сочиняет эти мелодии и как бы их пытается тоже таким образом продвигать вместе с игрой. Похвально. Сиера. Привет, Сиера, чем занята? О, привет, Салли, Крам Салли. Пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то никак не могу определиться. А ты не против, если я взгляну на твой список? Конечно. Дэй-дэй, на ночь, видеоигры, шахматы. Ну что может выбрать великий и ужасный задрот мистер Декарт? Конечно, видеоигры. Как насчет этого? Я обычно это и выбираю, может прокатить. Ну по тебе видно, что ты явно не выбираешь там спорт, к примеру, или еще что-нибудь в этом роде. Такая щекастая. Как? Привет, Зи, как ты? Азария. Привет, Салли, Крам Салли. Да вот, пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то не знаю. А могу взглянуть? Конечно. Музыкальные стулья, шарады. Выбрать. А как насчет этой игры? Думаю, подойти. Да, насрать, короче, да, стулья. А сейчас подбирает музон, да, точно будет весело. Отлично, все, прекрасно. Кто лом, блин, мне даст? Дайте мне сраный лом. Мне вообще срать на ваши игры и срать на ваше веселье. Где тут лом? У кого тут лом? О, а, это уйти, подождите. Не-не-не, уйти это не то. А можно еще разок? Стоп. Может быть, надо выбрать какую-то определенную последовательность. Все три занятия должны быть какими-то определенными, и тогда... Мне дадут за это лом? Я не знаю, как это связано. Ну-ка, подождите, шахматный турнир. Ох, а давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для сегодняшнего вечера. Что за... Что-то я ничего не понимаю, погодите. Смотрите, у меня, короче, есть некоторое продвижение. Во-первых, вот это вот уже мне говорит спасибо за помощь. И худющая сельдь вот та вот сбоку, высоченная такая. А мне тоже говорит спасибо, что помог выиграть игру для вечеринки выбрать. Я рандомно там какие-то выбирал, я уже даже не помню, что я выбрал на самом деле. Но вот этот чувак, он все еще предлагает. То есть, по-видимому, мне надо что-то подобрать для него, что ему подойдет. Вот осталось только с ним. Ну, давайте попробуем... подождите, вот эту. Как насчет этого? Это мы на прошлой тусне крутили, сейчас так, хорошо. Это не подходит. Это не подходит. Тогда вот это. Как насчет этого? Не, такой мне не очень вкатывает. А что это? Оу! Классный вокал! Оу, оу! Хорошо. И еще раз. Можно послушать эти сраные песни? 89,3. Как насчет этого? Ха, знаешь, а в этой песне что-то есть. Она по классике, такого никто не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Все? Думаю, все, эта вечеринка будет намного тише. А, нужно, чтобы она была... Понятно, смотрите. Да, я вспомнил, я выбрал там... Я выбрал у этой, сбоку, у толстой, я выбрал шахматные партии или что-то в этом роде. То есть, реально тихая вечеринка. А вот что я выбрал у той тощей, я уже не помню. Но это не важно, важно то, что все, в принципе, сработало. Теперь ты, наверное, дашь лом мне, да? Здоров, братишка. Можно я возьму твой лом? Я все разрулил со студентами, так что на этот раз их вечеринка будет намного спокойней. Вау, суперский, спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна, в прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. Рад был помочь. Лады, секундочку, давайте ломик вытащу. Отлично, все, получается, наконец.
Вот он, дружище, всего хорошего. Прекрасно, прекрасно. Спасибо и тебе. Так, вот я и у цели, судя по всему. Спальня. Думаю, у меня получится отодрать эти доски ломом. Ах, какое приятное поскрипывание. На самом деле нет, Салли, давай быстрее. Спальня, отлично. Такой не очень какой-то звук. Окей, что тут у нас? У нас тут дырявый матрас. А что тут у нас? А у нас тут дырявый матрас. Я прям в рифму говорю. Я, наверное, сам рэпер. Мне надо такие же песни писать, как те, что у того чувака в радио играли. Правда, она ему не зашла. В стене огромная дырень. Похоже, за ней находится еще одна комната. Забраться в жуткую дыру. Точка невозврата. Ну давай, давай. Жуткая дыра, точка невозврата. Такое ощущение, как будто бы ты склонился над какой-то очень толстой женщине, и тебе нужно, и тебе нужно проделать с ней акт. Вот так вот это звучит. Не понимаю, честно говоря. Ну да, это действительно точка невозврата, только... А, наверное же надо активировать вот эту срань, да? Давай, поехали, сейчас кто-то вылезет. И будем общаться. Привет. Привет! Здрасте! In Seeking Providence. Что это? Начать. Глава первая. Целеустремленная ведьма отчаянно желала места в совете, потому пробиралась все глубже в замок, чтобы пройти настоящее испытание. Вернуть книгу забытых истин. Что это за хрень? Если я это не пройду, то игра не будет так... Слушайте, он ходит как-то очень неудобно управлять этой сранью. Этим маленьким лысым чувачком в наушниках. Как будто бы он после химиотерапии, блин. У него такая голова прям идеально круглая. Ай! Да что ж тебя так? Его заносит просто нереально. Мне что, реально все это проходить? А нельзя это как-то отменить нахрен? Нет? Не хочу! Да не хочу! Выйти! Подожди, выйти, чувак. Люк, ты меня слышишь? Люк? Это Люк, да? Здравствуй, Люк! О боже, Люк! Люк, прекрати! Люк, побойся бога! Или сатаны, кому ты там служишь. Я не знаю. Блин. Аж закашляться заставил. Поволноваться заставил Декарта. Что ж ты делаешь, Люк? Что, черт возьми, произошло? Наверное, ты отошел, протрезвел. Не знаю, чувак, как тебе объяснить. Кто-то отдал мне одно из своих изобретений. Сказал, что теоретически оно может уничтожить злой дух. После этого я поднялся наверх, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так это страшило с красными глазами тут уже несколько десятилетий и появился до моего рождения. Значит, я не проклят. Да, как кто знал, что апартамент Эдисона такое темное прошлое. А я-то думал, что жить вместе с Чарли было стрёмно. Но, блин, это вообще какая-то чертовщина. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о демоне. Кажется, штука Тодда о нем позаботилась. Ох. Что такое? Не, все норм. Я просто подумал, раз никакого проклятия нет, это значит, что мой папа, он просто... Ну не грусти. Прости, Сал, на сегодня наше время вышло. Охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. Подождите, но ведь это только часть истории. Я надеялся, что сегодня ты будешь откровенен. Это ведь наша последняя встреча, заседание суда состоится через несколько дней. Клянусь, я говорил правду и только правду. Правительственные заговоры, демоны... Призраки и волшебная приставка. Сал, это все выдумки. Ты ведь не ждешь, что я и правда тебе поверю. Взгляни на это с моей стороны. Все улики против тебя, а то, что ты сделал, это слишком. А что он сделал? Я знаю, как это звучит, но все, что я рассказал, правда. Поднимитесь в домик на дереве. Пожалуйста, просто сходите туда и убедитесь сами. Вы найдете все нужные доказательства. Ага, закрывают нашего. Вот же хренов лунатик, а. А наш усатый очкарик задумался. Я так понимаю, что он сейчас пойдет и поднимется в домик на дереве, правильно? Давай, давай, осмотри там все как следует, хорошенько. Сейчас он тоже заговорит с этой огромной круглой башкой, да? Сейчас посмотрим, или не посмотрим. Так, нам показывают домик. Домик со стороны, окей. Мы что, мы за него... Офигеть, можно поиграть за этого чувака. СФ, смотрите, Салли Фейс написано. Нифига себе, это то самое место? Боже, боже, подождите, давайте посмотрим на него повнимательнее. Посмотрите, как тут, в какое запустение все пришло. Ну да, прошло-то дохренище времени. Салли-то уже вон какой здоровый конь вырос.
музыка такая довольно грустная играет. Вообще все, вот на это все смотришь, грустно чертовски становится. Как быстро время пролетело и как все нахрен пошло в тартарары. Сали теперь, он вообще за решеткой, тут все в какое-то говеное совершенно запустение пришло. Фото. А, кажется, это фотография родителей Ларри. Впрочем, ничего подозрительного в ней нет. Так, давай-ка вот это смотрим. Одежда, книги, кассеты. Ничего такого. Так, коробки, стеллаж, заржавевшие инструменты и всякий хлам. Пол. Парочка старых любительских картин. Наверное, принадлежат Ларри. Да, здесь ничего нет. Не знаю, на что я надеялся. Может, просто хотел увидеть все своими глазами. Сал был так убедителен, и все казалось таким странным. Ты погоди, тебе еще нужна приставка, вот эта Game Boy. Без нее тут делать нечего, он забыл уточнить. Господи! Здорово, чувак! Какого хрена? Доктор Откин? Что? Что? А! Спокойно, мужик, нам нужна твоя помощь. Нужно вытащить Сала из тюрьмы. Яма с дерьмом оказалась куда глубже, чем мы думали. Пожалуйста. Он, кстати, вообще ни хрена, по-моему, не поменялся, только единственное, у него какие-то волосенки на бороде выросли, все. Ну и глаза немного покраснели, наверное, на том свете много в ноутбук пялится. Ты должен привезти сюда Сала. Я тебя понимаю, могу себе представить. Не может быть. Полегче, мужик, тебе сейчас инфаркт заработаешь. Это важно. Если Сал не появится здесь в ближайшее время, то... Заработал. Еще как заработал. Бля. Вот облом. Вот в какой-то веке из потустороннего мира вышел поговорить с мужиком, он взял и расшибся. Вот придурок, а. Может быть, не, как это получилось? Он типа от страха, ну и дурака. Умудрился же именно... О, Conjure достижение. Разработка, рисовка, музыкальное оформление Стив Гебри. Переводы выполнены. Русский Толмач Тим, португальский Лиссандро Перера и так далее. И особая благодарность. Ни хрена себе сколько всего. Так, ну что ж, вот так вот оно. Концовка, надо отметить, совсем неожиданная. Я был уверен, что вот этот вот усатый, очкастый чувак будет все эпизоды абсолютно выслушивать историю Салли. А его автор игры взял его и грохнул в самом конце второго. Ну, причем он умер, да... Ну, блин, он умер как-то забавно, я не знаю. Вообще, концовка, несмотря на то, что игра, она вроде такая серьезная, но концовка получилась какой-то такой, знаете, с юмором. Типа, вот этот призрак, который стоит так, и... Ты должен помочь вытащить Сала из тюрьмы. Всем кажется, что сейчас они с доктором объединятся, и он, блин, падает, расшибается. Призрак, бля, вот отстой. Ну, наверное, я пока сделаю небольшое предсказание на будущее. Мне кажется, что, скорее всего, призрак этого доктора будет помогать в третьем-четвертом эпизоде наряду с призраком Ларри и призраком, может, этой девочки. Может быть, этот очкастый бот, он тоже сдох. Кто его знает, тут черт его разберет. В общем, все призраки будут помогать Салли Фейсу нашему выбраться из тюрьмы. Наверное, так. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Игра все уже подошла к концу. Теперь наша задача дождаться третьего эпизода. Где-то, я так думаю, можно начинать секундомер ставить. Ну, может, полгодика-годик максимум, и он выйдет прям. Я сейчас обязательно. Я, конечно, понимаю, что нужно время для того, чтобы придумать сюжет, все это прорисовать, проделать. Я это все понимаю. Но все равно хотелось бы побыстрее, конечно. А на этом все. Если понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.